отчитали или не ответили. А я их закачаю, вы там, вам тогда легче будет с ними соединить. Так я по этому вопросу. Я по этому вопросу и звоню. Так а я уже закачиваю. А почему же? Почему же я их пропустил? Я не знаю, они рядом стояли. И он сегодня заходил, я ему сказал раз в неделю выходить. Но вчерашний вопрос у него сегодня разрешился, он решил. Он летом едет сюда, меня не будет крещение принимать. Сегодняшнее, это отдельно уже. Вчерашнее, которое в папке я загоню, первый, второй номер, их соединить. А сегодняшнее отдельно. Хороший разговор. Он спрашивал дом продавать там свой, покупать-то. Ну мы прям встали здесь же, прям перед этим, и помолились. Он встал, все, покупать не надо. Хозяйка-то отказалась, потому что ему сначала свой дом продать надо. Вот такое дело. У него вера есть. Слава Богу. Я с ним уже общался тоже. Я с ним тоже часа полтора мы, наверное, говорили. Вот у меня... Есть у него вера в спасение. Креститься, покреститься очень хочет. Мы про крещение тоже много говорили. Я сам лежу уже, не знаю, что мне делать. Надо искать священника, креститься тоже. Да, это надо обязательно. Подумай, Господь усмотрит. Я тут один, у меня момент такой крутится в голове, но как-то сказать неудобно. А дело вот в чем. У меня этот помощник вдруг оказался. Это сильный помощник, я потом вам скажу. Фамилия его Андрусенко. Он сам зашел, как-то про меня узнал ВКонтакте и спросил разрешения, а помочь вам можно? Я обладаю финансами. Ну, я говорю, если верите, только на 100%. Если 99% верите, мне уже не надо от тебя. Что я никуда не дену, это все по назначению, как идет, на поездку и прочее. И он помог. Я опять заново стал искать его и... спросил, ну, может, хоть книги выслать, или у меня больше ничего нету. И он сказал, ладно, книги тогда выслать. Я ему выслал позавчера, наверное. Выслать-то выслал, а теперь он получит, он посмотрит. Сегодня он задавал вопросы, вчера задавал, уже как будто давно знакомы. И вопросы такие, видно, что он читает много. Вот это о поклонах проще, я тогда от него, ему дал ответ, а везде скинул. А суть вот в чем заключается. Это я так пока, на ушко вам, потихоньку, по секрету. Вы бы с ним познакомились. Я не знаю, как его дать. В Mail.ru он у меня, ну, в друзьях, сегодняшние, которые пришли, личные. И просто зайти, его там видно, Андрусенко Александр. Он прям, если моих друзей открыть, то они прям сразу идет он тут, в первых строках. И не сейчас. А когда книги он получит? Такие люди, они обычно знаются с кем-то тоже, подстать себе. Он хороший, видно, что жертвенный такой. И вот я опять об книгах говорю, о поездке я уже не говорю, Господь все помогает. А книги-то мне охота тебе издать, стихи-то. Они называются проповеди в стихах, проповеди настоящие. И я заранее уже говорю, такого в литературе еще никогда не было, никогда. За 9 лет разом выпустить стихи, и какие? Все по 9 куплетов, и все с эпиграфом библейским, и все на содержание такое, что все в Библию входит. И вот если бы он, этот человек хороший-то, Александр-то, когда получит книги-то, ну, поискал среди своих таких-то, и дать ему знать, вы как-то это можете. И к моему-то приезду, глядишь, может, что-нибудь было бы. А я-то тут еще бы раздарил это все. Че? Да, понятное дело, идея-то хорошая, но как Бог даст, Игнатьич, ну это понятно. Пощупать можно человека, конечно, порасспросить его. Вот. Но ему, конечно, нужно в первую очередь самому ознакомиться, как говорится, с вашим творчеством. Вот, да. Чтобы сам человек интересовался. А тем более стихи там есть в книгах-то. И вот
если с ним переговорить, то от меня, как бы, вы уже скажи, я знаю информацию, что я о нем отзывался, что он очень щедрый. И у таких людей такие же люди бывают. Ну не ты, ты свое уже сделал, а кому-то сказать, которое расположено. Там мне-то никогда не издать-то. Потому что 4 книги, при этом одновременно их сразу, чтобы получить. Да и небольшой тираж, по 1000 хотя бы. Требуется общая 1 300. 1 300 000. Ни худо, ни бедно. Почему? Все подорожало ужасно. Ну а для людей, которые имеют, для него это вообще это на двоих, на троих. Мы молимся, и Господь как-то бы усмотрел. Ну, конечно, мне бы сказали, а у тебя знакомые есть? Нету таких знакомых, нету. Просто я не имею. А если бы имел, ну они бы вскоре стали такие, как я. Отечество, дело в том, что даже и имея таких знакомых, понимаете, в чем дело, человеку, который захотел бы издать, ему, он сам бы должен иметь личный интерес в этом, понимаете, да, как да. Он бы даже и пожертвовал деньги, но для этого он должен увидеть смысл в этом. А вот до этого смысла-то вы через свой сайт и проще-то и доведите его до нужной кондиции. Через него. Скажи, Александр, может, знаешь таких людей? Мне никогда не издать. Даже я приступать не могу никак. С какой стороны приступлю-то такие деньги-то? А если он таких-то людей знает, они 2-3, им даже это делать нечего-то, которые уже имеют что-то. И мы бы... Для понимания ваших стихов человек должен быть истинно православным, потому что очень глубокий смысл в стихах, и далеко не каждому они по уму, как говорится. Я понимаю это, поэтому молюсь. Вопрос, конечно, я не забываю об этом, я тоже думаю об этом, постоянно переживаю, потому что как же, такие труды и лежат, пылятся, и люди не видят и не знают их. Труды необычные. Я вот смотрю, Пушкин пишет стихотворение, у него 10 раз перечеркнуто. Я возвращаюсь назад, написано без помарки, представь, 3000 стихов, 3200-300 за 9 лет. По полному листу, и ни одной помарки нигде нету. Я заново возвращаюсь, я хочу лучше написать, и у меня ничего не получается. Даже то написано, я считаю, намного выше моего уровня. И там такие вопросы, покаяние, крещение, там, ну все, что ты хочешь. Отдельно больным, отдельно десятина, такие темы, которые их не провернешь даже. Друзья, ожидания, обиды, месть. Любовь, разочарование, даже трудно назвать. Ты увидел стекло, окно, про это стихотворение есть. Там хлеб, ложка, чашка есть, борода там, глаза. Это все, все это отдельное стихотворение. То есть они охватывают все сферы жизни. Я пишу не от того, что как Фет такой был поэт Афанасий Афанасьевич. Или он со Львом Толстым переписывался. А Лев написал, говорит, такие стихи, как ты, может написать и лошадь, если бы она умела писать. Он все, дождик видит, он про этот дождик напишет там куплета 2-3, завтра еще опять про дождик, но дождик более крупная капля. Ну вот что там, ну стихи-то хорошие у него, действительно поэт. А вчера зарею, все, грачи летали, да как сеть мелькали вон над той горою. Ну, конечно, интересно, но ни о чем. А у меня стихи такие, что меня готовы... Не жуя проглотить, там и священники, и там и про коммунистов еще только нету. Да, мало того, почти 80 стихотворений Виктор положил на музыку и поет. Ну вообще, вот какие-нибудь там литераторы, вот такие цензоры какие-нибудь, вообще вот люди профессиональные в этом деле связывались с вами? Еще бы. Глава писателей и поэтов Алтайского края. Он когда услышал, я прочитал ему 2 стихотворения, он на меня так воззрелся, это ваши стихи, а ему уже 93 года. У него этих книжек там 80 с лишним, ну книжки-то маленькие, написаны, ну, поэт. Марк Иосифович Юдалевич. Я, говорит, у меня ни одного такого нету.
У меня они все со смыслом и с двойным, иногда с тройным подтекстом. Вот в чем их ценность. Ну, представь, некоторые стихотворения, 9 куплетов, 4 строчки куплет, 9 и 4, 36. 36 строчек и 36 строчек заканчиваются местом Библии, откуда взята мысль. 36 раз открыть Библию. Ну, нет таких стихов. Их не было и не будет никогда. Это значит, я должен писать и одновременно знать, откуда взято. И по святым отцам. И об убиении, и о казни, и о коммунистах, и о неспровержении строя. То есть трудно найти, дорога идешь, дом, перестройка, все есть абсолютно. На все есть стихотворение. Стихотворение, я их стихи-то не считаю стихами, а так и называется. Проповедь в стихах. Проповедь в стихах. Оно удобнее слушать. Восстань, Россия, прямо стоянием во Христе. Размолоти преграды прилживших словес, и будешь во главе не плестись в хвосте. Евангелие, вот единственный ответ. А в строительном ответе стихотворение. Дьякон возглашает премудрость вонмем, то есть распрямитесь, станьте прямо. Не в дремоте, как боевые кони, готовы в бой через брустверы и ямы. Вся мера жадность искривила чинно, подмена гирь у продавца в суме. Вот в этом тоне написано, вот такой ритм у ней. Напишут три в Паттайе, один в уме. И опять восстань, Россия, прямо стояние во Христе. Вот так. А начитки у вас аудио, да, стихи? Да, есть аудио, начитаны стихи. Больше, наверное, 3000 начитаны. А вы начитывали это когда, в какое время их? Ну, когда, года 3 назад, 4. На компьютер, вот который у меня маленькие те наушники были, вот начитаны. Новая Библия, которая начитана, слушает. Хороший, чистый звук. Чистый. Меня Алексей Загуляев настраивал. Если бы, конечно, на этой силы нужны... И время, вот хотя бы выбрать из этих стихов самые, вот, как говорится, лучшие, вот, просто такие вот горящие, и насчитать их вот в видео, понимаете, как, чтобы человек они видел... Они у меня насчитаны в видео, это есть, это уже видео поставлено, наши стихи поются, называется, и я там текст на весь экран, и в это время из динамика Виктор поет, это все у нас есть. Есть. Текст идет, текст. И поется. Это вообще очень классно. А где это? Я не видел. А где это есть? Вот их ролика 2 или 3. А, ну это стоит 2 ролика. Ну это много. И там на полную, то больше часа считают. Там много стихотворений выбранные, которые на музыку положено. Они есть, их только, ну, они как-то у нас там отошли и затерялись. А просто зарядку записать стихи, и они вытащат их сразу. Стихи поются, 2 слова. Я искать-то не умею. Это есть, есть. Я читал не где-то, а в Москве, в литературном институте. Лев Ашанин, Лев Александрович там вел эти поэтические курсы. Там по одному стихотворению дают читать, больше нет. Ну, со всей страны собирался, но это при советской власти. А мне они один за другим и не выпускали, пока я такие похвалы там от него получил, от людей. А я их даже из-за стихи-то не назвал бы. Там, про расстрел царя, ну да, там есть что. Дорога ехали, цыганский табор к нам сел. Я про цыганский табор написал. Вот. Там еще что-то было. Он говорит, у нас впечатление, говорит, что ворвался, открылись двери, говорит, ворвался ветер и все наши форточки открыл. А говорит, что вот сейчас стихотворение считало, говорит, вот, цикл, цикл, мотоцикл, рифмует. Ну какая же это рифма-то? Ни о чем. Графоманство называется. А от моих-то стихов они содрогаются, это чего-то стоит. Меня за мои стихи коммунисты судили, на суде стихи засчитывались. Стоит, про Ленина написано, стоит свой рот ощерив, помету птиц подставив голый череп,
Вождь атеистов сонмище иуд. Следователь написал, нужно чаще мыть памятники. Вывод. Стоит свой рот ощерив, помётую птиц подставив голый череп. Что еще надо-то? Какая поэзия-то? Да где сколько политизированной мысли-то заложено? Не ты ли всей России правил? Не ты ли голодом ее оставил? И сам стоишь с протянутой рукой. Это о Ленине я писал. Мне это все в накладку было. Кому послал, всех допрашивали. Ну как же так? Не спровергатель идолов. Игнатьич, ну, как правило, ну, так водится вообще, что поэты-то становятся после смерти, как говорится, загораются. Вот, а при жизни-то мало кого признают. Ну, я еще могу сказать, так, ну, после меня и не издаст никто. Я-то говорю об издании. А так почему? Почему же не издаст? Вот наоборот, может быть. Когда, у меня заготовлено. Когда отцы. Сейчас вас недооценивают люди, понимаете? Пока вы живой, пока вы с нами, люди вас не знают и не ценят. Вот они оценят вас чуть погодя. Это обязательно будет. Будут рыться, будут по страничке изучать вас. Я это знаю, я говорил про это, потому что это не мое. Меня там нету. Вы вот эти, которые стихи на экране, текст идет, и Виктор поет, вы видели их? Ну, это я видел. Ну вот, а что еще? А отдельно на сайте стихи начитанные, на сайте. Там не все, там стихотворение, наверное, 500. Так это 500. Надо понимать, что это такое 500. Это же не два куплета. 9 куплетов. Каждое стихотворение. И они у меня стоят даже на моем Mail.ru, прям в мою страничку. Зайдите только и увидите, там музыка первая кошка, о кошке, у меня отдельно о собаке, о голубях, о корове, о лошадях. У меня на все стихи есть, и Виктор поет их. Я все буду выставлять это в разделах на новом сайте, буду все это делать. А мне охота книжку издать. Однажды у меня вышел том один. Я не помню, какой там уже, 25-й или какой, в открытым оком. И только одна сестра наша подошла и говорит, какой вы счастливый человек. Видите издание своих трудов, детище твое. И вы при жизни видите не одну, не две книги, а больше. Кроме того, если только удастся собрать средства будут, то вот мы поедем, если Господь благословит. У меня на последнюю книгу еще фотографий нет. В каждой книге будет 160 листов цветных фотографий. Страниц. 160. Там много будет. А бывает фотография одна на весь лист. А бывает две на одну страницу. А бывает четыре. Так вот, полных страниц 160 в каждой книге. Ты вообрази, сколько это? Тысячи фотографий войдут, цветные все. Эпиграфы какие взяты везде. 3000 мест из Библии только взяты. Просто нет таких стихов. И не напишет никто. Почему? Ему надо Библию знать наизусть. Да и не лебезить ни перед кем. Вот вы скажете, а где-нибудь у вас упоминается Брежнев? Упоминается. А Путин? Путин упоминается. У меня трудно найти, что не упоминается. И нигде нет, чтобы я хулил там его или обзывал. Нет, а просто ну, рассматривается, что это. И призыв его стать выше, лучше. Вот сейчас просто усилием о нем молитву, потому что на него очень злобятся за Крым, за Севастополь-то. Он нуждается в охране. Его рейтинг повысился сразу. Там ликуют все и в Москве, и в Крыму. Ну, Крым-то испокон был русский. Тут они просто по самодурству этого бесноватого кукурузника отошло, а теперь вернулось на свое место. И он хорошую речь сказал при федеральном собрании. Национальные языки будут русский, украинский, татаро-крымский. Что лучше-то стать? Что скажешь? Я всегда говорил, что у Путина очень хорошие советники.
Я много раз в разных местах говорил об этом. Они это все просчитали, а дальше тогда это уже по нотам идет. Теперь они... Да, просчитано все, причем они в основном на историю, на исторические факты так вот больше склоняются. Все повторяется в истории, ничего нового не происходит, все да. Одно и то же. Да. Ну вот они вернули символику украинской власти, снимают, убирают. Теперь везде эти ведомства, МЧС, прокуратуру, суды всех отправляют. И который там, это Шойгу, он же запрос туда сделал в Крым-то, чтобы убрали, кто он там, не знаю как его, контр-адмирал или адмирал, потому что он призвал нехорошим делам и сказал заменить его. И заменят, домой отправятся. Ну, нехорошие слова там, прям к насилию призвал, как говорят. Там они сейчас на Майдане-то кричат за эту, за трубу, европейскую трубу оборвать, чтобы мы в Европу газ не поставляли. Ну, они хотят через Словакию теперь там идти как-то. Там вон труба-то не в одном месте идет. Да дурью маются. Кошмар, они даже не представляют, что их ожидает вот, в ближайшее время. Это буквально голод и паника, и разруха, и ни пенсии, ничего нету. Еще спрашивают, да 45 миллионов прокормить, это не так просто. Вот интересно как. Те, которые люди-то кидались камнями, били друг друга, ведь некоторые в церковь ходят. Еще нельзя было раньше сказать, что так не делается. А этот Беркут-то его сразу приняли, приехали целые автобусы, показывают, как их принимают там. И скандируют, молодцы, молодцы, Россия. Ну и все. Ну, а кто уж погиб, не вернешь. Ну я опять к тому. Если будет возможность, когда книги получит, Андрусенко, запомните, вот с бородой. И я сейчас зайду, посмотрю. Да, и потом как-то в друзья и поговорить. Потом можно сослаться на меня, что я о нем хороший отзыв дал, и сказать, поискал бы где-то. У него даже и просить стыдно, он так хорошо помог. Прямо молодец. У меня в прошлом году это была помощь такая, вот здесь. По мелочи тут даже сравнивать не приходится. И сам вышел. Сам. Да просите, Игнатий Тихович, просить тут не стыдно, потому что просите не для себя, просите. Ну, понятно. Понятно, что... Поэтому да, тут никакого абсолютно не может быть. Тут ясное дело, что они кое-что считают, смотрят, видят, и я не один, а мы все время общество, и любой может это сказать. Зайди и посмотри, спроси кого-то. Меня иногда спрашивают, вот, что-то у него не так, я не знаю, что делать. Не знаю, что делать. Да летом ко мне приезжай в деревню. Вместе вставать будем, вместе молиться, вместе работать. Эта дурь от тебя уйдет. Надо работать, вставать рано, молиться. А то я не знаю. У меня сегодня один прислал, я не стал отвечать. Все время посещает мысль о самоубийстве. Еще посоветуйте. То ли бравирую чем-то, то ли действительно... Сатана уже запутал. Я что могу сказать? Ты решил свою участь. Господь сказал Иуде, что делаешь, делай скорее. Ни себя, ни других не мучь. Господь же не стал его уговаривать. Он сказал, делаешь, делай скорее. Так что тут ответ один. Знаете, есть женщина одна, я вот с ней переписываюсь, она прямо вот православие ее так заинтересовало, и она загорелась, понимаете. Вот. Но она с детства, у нее церебральный паралич, вот, у нее такие вот нюансы с лицом, вот, ну, мышцы такие, они, знаете, сами по себе у нее спастика сильная. Вот. И она и такие комплексы имеет, с людьми особо стесняется встречаться, понимаете, из-за этого боится идти в храм, вот, священника к себе звать из-за того, что вот эта вот спастика у нее, там непроизвольные мимики такие, вот, а она горящий, здравомыслящий такой человек, вот, что ей можно посоветовать?
Ну, что сказать, издалека еще посоветуешь-то. Когда вот такие мысли идут, это явные признаки беснования. Она это понимает, она говорит, и во мне бесы, вы не дают мне мыслить здраво. Ну вот этот, который там обмирал, там где-то, с ним разговаривать опасно. Он может броситься рядом. Я, говорит, ехал дорогой, шофер, и я думал, как бы мне на него не броситься. Он одержимый, отойди от него. Силы, так, подошел бы, сказал, бес, выйди из него, у меня этого нету. Сыновья с Кевы всемиром пытались, он такую, говорит, силу взял, раздеты выбежали. На такого напоришься. Что сказать, там есть священник. Один ответ у меня ко всем, иди к священнику. А священник тамошний, он рядом, он помолится. Ну, священник, она-то в состоянии сама дойти до храма, понимаете, как... Вот, и священник-то еще не пойдет домой, скажет, у тебя ноги есть, иди сама в храм. Ну, не могу священник, сказать. Священник идет к немощным домой. Не знаю, как сказать, я скажу, когда она не идет в храм. Я могу опять повторить, иди в храм, подойди к батюшке, исповедуйся. А дальше будет видно, конечно, не причащайся. Исповедоваться надо, получить совет и строго следовать. Пусть к нам заходит, вы знаете, покажите места Писания, чтобы она ежедневно читала Святую Библию, молилась, посты соблюдала строго. Бог силен, это другого оружия, это у нас нету. Творила милостыню, насколько может. Вот весь круг, здесь все сказано, к этому еще добавлять уже не надо. Сколько людей вот из-за того, что, понимаете, имеют чувство брезгливости такой, они приходят в храм и смотрят, люди причащаются вот из одной посуды, вот одной, ну, одними вещами, вот. И из-за этого появляется чувство брезгливости, из-за этого не причащаются. Тоже отдельный вид беснования такой, да? Ну что ж, она не причащается, она избрала такой путь. Да кто ты такая? Какая брезгливость? Чего конкретно ты? Какие люди? А ноги Христа, которые целовала блудница, она что, помнила о ногах, о грязи? Она ничего не знала, она знала, что она недостойна. Чтобы взяла какой-то кусок материи, обтирала ноги волосами, придумала же такое, вытирать. А ноги Христа такие же были пыльные, она же его не знала, что это Бог перед ней воплотившийся. Просто человек, она чувствовала, что необыкновенный, и дальше этого не шли, пророк. Она, знаете, вот одни иконы с одной чашечки, и бывают там больные, там какие-то заражаются. Пока ни одного случая не зафиксировано. Да, вначале была чаша, отдельно от хлеба, отдельно от тела. Но чаша-то была одна все равно. Из ложечки не давали, а вы пивали сами, брали чашу, пейте из нее все. И чаша шла по кругу. А я брезгую. Еще тебе могу сказать, тебе отдельную чашу давать, кем ты брезгуешь-то? Ты не веришь, что огонь божественной любви попаляет все, никаких микробов здесь нет. Что интересно, когда люди вот к одной иконе прикасаются, ну решили взять мазки. Ну явно видно, что перед этим прошел человек, там, больной. Ну взяли мазки с разрешения, видимо, священника. В лаборатории ничего нету. Тогда говорит вначале, что это особая энергетика, вера. Стали святую воду давать в больницы, которые приходили-то. Вывод сделали, выздоравливают быстрее люди, которые употребляют святую воду. Ну, что можно на это сказать? Опровергать? Я пользуюсь этим каждый день. Мне ни доказывать, ни опровергать не надо. Ничего этим людям не надо, только сказать, думая о себе, что ты грешница, и ты недостойна причащаться, а не то, что люди недостойны, потому что ты пришла. Это не годится. Никакого отношения это ко Христу не имеет, ты просто забрела не сюда. Иди к мусульманам, иди к буддистам, но только у тебя спасителя не будет уже. Христос заходил, ему тоже брезгливо это люди говорили, о, ест и пьет с грешниками, но они-то не пили, не ели. Ну где они оказались? Вот пример ей показать евангельские. На меня тут напал один. Вы обращаетесь к Библии, да какая она Библия, да надо ее септуагинты, а не масорецкую там. Ой-ой-ой. Видно, что грамотный. Ни одного места наизусть не знает.
Причем тут года, когда переводились? 4 духовные академии переводили. Русский перевод один из самых лучших в мире. Соперничает с оригиналом. Вот человеку это сказать. А она не понимает. Она не избрана. Не избрана, отойди от нее, не обижайся, ничего. Она не избрана, избрания нет. А она вот такая умрет, значит, ей участь такая. За руку ее туда не затащишь. Насильно мил не будешь. Вот в одном псалме Давида говорится: не умолкай. Вот. Как дословно, не помню, ты взывающий о Боге, не умолкай, да? Да. Вот. И как это можно сопоставить? Не мечите бисер перед свиньями и тут же не умолкай. Не умолкайте, это я вообще говорю. А свиньи, те, когда сейчас на частном порядке разговариваю, и он противодействует, каждое слово опровергает, ему доказывать не надо. Еретика после первого, второго вразумления отвращайся, написано. И не надо больше ему говорить. Я работаю на стройке. Начальник категорически запретил мне считать Новый Завет. Запретил. А его КГБ давит, там они еще из военкомат как-то. Посему люди подходят, заглядывают, считают. Я стал с собой Евангелие брать на немецком языке. Сижу и считаю. Нашелся немец вдвоем, мне опять замещание. Я принес она на английском языке, сижу и считаю на английском. И один меня все время так досаждал и допекал просто. А я плотник. И однажды мы в степи, реконструкция города была из Китима, Новосибирской области. И он идет. Я говорю: ну-ка, Володя, иди сюда. А он ниже меня ростом, вот такой же Володя-то. А меня Бог силой тогда не обидел. А у меня в руке топор, он на меня не смотрит, а на топор смотрит. Я его вот так вот взял под мышки-то и ребра ему локтями зажал, от земли-то оторвал его. Он мотает ногами-то, ничего нет. А я давай его тут допрашивать. Ты зачем лезешь? Я считаю Евангелие, жалуешься, то другое. Тебе надо, нет это? А он меня не видит, он только видит топор у меня в руке. Я его отпустил на землю, то он как сиганул, прибежал туда, этот баптист, а меня чуть не зарубил. Баптист. Ему никто и не поверил даже. Да как баптист, он слова не скажет, что ты врешь, то другое-то. Ну, так просто. Иногда вот так вот что-то такое случится. Одна баба там распространяла молвы нехорошие тоже. Я тоже так же, а я все время с топором был, потому что плотницкая бригада и отдельная работа, весь инструмент. Ну, я точно так же в другом месте ее захватил. Нина, ты говорила это? Я не сама, это меня Ленка подсказала. Ленка подсказала тебе? Я эту Ленку засыпил. Та перепугалась. Я думаю, как бы сейчас с ней не было худого. И больше никогда ничего не говорила. Я говорю, этого не надо делать. Во-первых, это неправда, тебе пользы не будет. А они, эти люди, еще она будет биться-то? За что биться-то? Я с ней разговариваю, а она глаз с топора не сводит. Жить охота. Я никого не бил, не толкал, не обзывал. Ну, предупредил. Ну, она пакости всякие огородит там. Говорит даже срамно. Вот так, покаюсь уж, виноват, напужал. Игнат Тихоныч, ну, я тогда это, пойду. Ладно. Сейчас, а давно вы поставили эти ролики-то? Ролик-то один качать, да не так давно, но качает. Он сейчас я гляну даже. Сколько он у меня закачал? Сейчас, подожди-ка. Загрузка. Опа! Ну как так? Обработка завершена. Полностью завершена. Ну я вторую поставлю сейчас, а? Сергей? Да-да. Ну обработка завершена, так это обработка, не запись. Уже обработка полностью. Нажмите опубликовать.
Вот здесь, наверное, здесь сбоку нажми. Ну, значит, закачался. Ну да. Нажмите опубликовать. А вон где. Опубликовать — это для всех. Обработка завершена. Скрытые лицемеры обнаружены. Скрытые. Ну, а их сколько? Два там, да, ролика? Да, два. Их надо соединять. А так как же так у меня ошибка-то тут? Продажа дома. Скрытие. Это как же, мне надо войти менеджер? Я и сам исправлю. Скрытые! Эх, балда! Как же я так мог? Так. Я сам исправлю. Так, ну и нормально. Сейчас я добавлю еще второй. А потом, который сегодняшний, закачаю. Так, номер два. Открыть. Вот. Загрузка видео пошла. Да пускай пишется. Скрытые. Балда. Скрытые лицемеры обнаружены будут. Номер два. Продажа дома. Это он вопросы такие задавал хорошие. Ну, пошло второе. Вторая дойдет. И все. Это она из двух. А третья, которая сегодня была, я поставлю. Она в одном экземпляре. Я ее закачаю. Ну, в одной части, так правильно сказать будет. Вот, может, она уже и давно закачала. Но, видимо, маленькая была часть. Вот так. Может, благодетели ваши услышали, там подняли тариф в этом, в интернете. А за что? Ну, мы с вами позавчера говорили о том, что надо интернет немного повысить скорость. Ну, вот, я думаю, может быть, они услышали. Так что, сколько-то? Деньги-то повысили недавно? Я не знаю, это я предполагаю. А вот когда я занимался пленками, ну я могу так сказать, в частном порядке, даже гадать не надо, я стоял на первом месте в Советском Союзе. У них норма была, норма, самая большая 5 катушек. А что записывать-то? На одну катушку 8 часов 20 минут. А я беру сразу 1500. В частные руки-то, ну представь себе, 1500, это вообще никак. Один ящик, стоп. В Москве-то я как брал, рассказывал там где... Я недавно адрес узнал даже, из какого магазина брал. Ой-ой-ой. Директору пошли, приехали. Он говорит, а сколько надо? А Библию мне можете достать? Я говорю, можем. А Библия-то была. Ну, хорошо, мы пошли. А у него там несколько ящиков там. На тысяч рублей. А у меня 72 рубля... Заработок за месяц был, ну, сторожем. И взяли, ну не будешь же выкидывать. А мы пришли и говорим, там рублей на 500 лишние. Ну берите, завтра придете же. Первый раз нас видит, и такую сумму, а тогда 500 рублей, это деньги, ой-ой-ой. За один месяц-то никто не заработает. И мы приехали потом. Библию ему привезли. Господь так располагал. О, Сергей, ты его посмотрел, что тогда делалось у меня? Представь себе, 15 громадных магнитофонов в комнате на 12 квадратных я метров. Представляю. Вообразить нельзя, и все это в два этажа. И как это надо было прятать, если кто-то ломится? Это все надо было обдумать. Как пишущая машинка открывалась, закрывалась, и нигде нету, обыкновенный стол. Ни с какой стороны не зайдешь. Даже КГБ лазили, не могли открыть. Ну покажите, как открывается-то. Он один магнитофон этот весит больше 10 килограмм. Да. А у меня их 15 изъяли. Тон студия. Я могу сказать, ни у кого такого не было. Да какие материалы-то? Материалы-то начитать сначала надо, оригинал создать-то. Вот это и означает быть, как я называю, от Андрея я это взял, религиозно талантливый. Бог мне показал. Распространить по-другому никак нельзя. Насчитывать. Насчитанное слушать намного легче, чем просто считать. Ну и дальше уже пошла работа. Годы. Были помощники, курьеры. Везли по другим республикам до Пюхтинского монастыря в Эстонию. Те, которые лопаются-то от злости, то они просто...
на другом уровне, они понимают, они никто. Их жизнь была в советское время, моя жизнь, а что же вы ничего не делали-то? Да и сегодня-то ничего нету. Даже вот по скайпу. А как делать, если не способны? Они же не способны. Способны, так откуда знать, что я способна? Это просто ревность должна быть. По делу Божьему ревность. Вот сейчас, допустим, по скайпу. Я по скайпу мало вижу, чтобы выставляли ролики-то. А у меня уже за сотни их. И отовсюду звонят, интересуются. И опять же, при чем тут я? Оно само идет. И говорит, говорим-то не о пустяках. Люди через скайповские разговоры приходят. Мы наконец-то нашли, говорит, ответ. Вот сегодня одна пришла. Надо работать, доверяться Богу. Такая ложная скромность. Чего нам скрывать друг от друга? Человек думает о другом человеке, что тот непонятно какой, а на самом деле все мы одинаковые, с одинаковыми мыслями, с одинаковыми грехами. Все мы абсолютно, как говорится, одним миром мазаны. Чего нам друг от друга прятаться или стесняться друг друга чего-то? Ну что, я высказал свою просьбу, так сказать. Если только Господь благословит, то Бог позволит мне издать это. Это тоже будет событие не из маленьких. Это не брошюрки. Это стихи, написанные за 9 лет. За 9 лет. 9 лет, 360 дней, 27, 2700, ну, получается, за 9 лет каждый день одно стихотворение. Вот так. И вдруг обрезал все, там у меня написано, с какого числа, с 10 года, с 10 октября, ни одного больше нету, ни под каким видом. Бери, готово, считай. Вот так. А вот эти, которые стихи поются, их можно было как-то выдернуть на первое место, когда разговаривали, чтобы люди могли посмотреть. Там очень удобно, текст, я его делаю жирным, крупным, а Володя прям весь экран снимает. Ну ладно, все мы сделали как положено. Ну ладно, Игнатий, так вы еще будете в интернете до скольки вы? До 11 бываете, да? Да. Ну и что? Оно у меня работать будет. Я вторую часть-то как закачаю ночью-то. Встану, посмотрю, помолюсь. Я третью, так это сегодняшнее. Я ее выкину, у меня больше ничего нет. А с вами беседу вы уже поставили. У меня тогда ничего не остается. Все как надо. Я сейчас думаю, что завтра, если Господь позволит, и написать благодарность, и отнести в центральную администрацию центрального района и указать, где послушать. Им будет приятно это, посмотреть, как их работники работают. Ну, все тогда. Ладно, Игнатий Тихонович, ну я, если что, я тогда еще зайду, спрошу у вас, что там, к чему. Все, с Богом. С Богом. Спаси Христос. Подорну маленько. Вот так. А что? Ну,